известный политический аналитик, который к тому же заявлял, что он планирует стать политическим деятелем, Валерий Соловей, уже неоднократно говорил, что Владимир Путин в скором времени покинет пост президента Российской Федерации. Он даже как-то сказал, что это произойдет в 2021 году. Впрочем, не буду голословным, давайте посмотрим эти его заявления. Благо, они короткие по времени. Вот первый сюжет. А что будет с рейтингом Путина в случае нового введения жестких ограничений, если не по всей России, то хотя бы в крупнейших регионах? Да, конечно, его рейтинг снизится, но Путина, мне кажется, это уже не очень занимает. Даже точно его это не очень занимает. Он знает, что дело идет к концу. И, собственно, ему рейтинг нужен только как сейчас элемент транзита. Вот для передачи верховной власти. Более ни для чего. Для передачи верховной власти самому себе? Да. Нет, он уйдет, он покинет верховную власть. Да ладно. Тут вопрос просто... Вот самое интересное, это на это осталось две минуты у нас. Ну-ка расскажите, ну, пожалуйста. Это довольно уже самоочевидная вещь. Об этом знают его, назовем их, западные партнеры. Они об этом уже знают. Они осведомлены об этом. Это произойдет в следующем году. А вот второй сюжет. А вы сказали, давайте вернемся к вашему довольно резкому высказыванию относительно того, что Путин уходит. А с чего вы взяли? Я просто знаю это. Это знает все его ближайшее окружение. Не могу сказать, что меня удовлетворяет этот ответ. А объясните, пожалуйста, чуть спокойно, более подробно. Я к этому очень спокойно отношусь. Просто объясните для тех, кто не знает. Вот как только он объявит о планах транзита, вот именно о тех планах, которые он сейчас обдумывает, о модели транзита, все станет понятно. Ну, в принципе, если внимательно смотреть телевизор, то уже становится понятно. Что именно? То, что ему придется уйти. Придется уйти или это его собственный выбор? Вы знаете, судьба нас толкает порою в такие условия, когда других решений не остается. Судьба неумолима. Мы приобретаем власть и теряем ее. Кто же выкручивает Путину руки в настоящий момент? Судьба. Я решил высказать свое мнение об этом. Кто смотрит мои ролики на Ютубе и читает мои статьи на Дзене, тот уже знает, что я не раз говорю, что Путин зря затеял это самое пресловутое обнуление, и ему не удастся досидеть в своем кресле даже до 2024 года. На чем основывается это мое мнение? Да все очень просто. На мой взгляд, настолько бездарного руководителя, как Путин, у нашей страны не было за весь период ее истории. Кто смотрел мой ролик, страдает ли Путин комплексом неполноценности, а он есть в подсказке и будет на конечной заставке, тот знает, насколько негативно я оцениваю его деятельность на посту президента. Вот фрагмент этого ролика, в котором я объясняю, почему я считаю, что Путин страдает необратимо зашедшим комплексом неполноценности. Много лет наблюдая за действиями Владимира Путина на посту президента Российской Федерации, я давно уже пришел к выводу, что у него очень ярко выраженный и уже совершенно необратимо зашедший комплекс неполноценности. Этот комплекс неполноценности наносит огромный вред прежде всего нашей с вами России. Вот определение понятия комплекс неполноценности. Совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и рациональной вере, превосходстве окружающих над собой. Комплекс неполноценности возникает вследствие разнообразных причин, таких как дискриминация, душевные травмы, свои собственные ошибки и неудачи и так далее. И комплекс неполноценности существенно влияет на самочувствие и поведение человека. Проявляет себя такой комплекс по-разному, но чаще всего он проявляет себя двояко. Человек либо испытывает страх перед окружающим, и поэтому старается всячески людей избегать, вести по возможности уединенный образ жизни. Либо напротив, он старается всех и прежде всего самого себя убедить в том, что он не только не хуже всех окружающих, а напротив лучше и гораздо лучше. Именно второе, на мой взгляд, просто прет из нашего президента, из Владимира Владимировича Путина. Он изо всех сил пытается всем нам, всему миру и, самое главное, самому себе показать, какой же он, как сейчас говорят, крутой. Разве он только на мотоцикле ездит без шлема? Весь интернет обошло фото, как он управлял КамАЗом.
не пристегнувшись ремнем безопасности. Вот это фото. И потом, разве только в этом дело? Путин у нас летает на истребителе. Вот это фото. Плавает на подводной лодке. Да еще и демонстративно в форме подводника. Вот это фото. Опускается на дно морское в батискафе. Играет в хоккей. И ведь это далеко еще не полный перечень. И над этим все вернее и вернее начинает смеяться весь мир. И ладно бы, если бы он просто летал на дельтапланах и истребителях, опускался на дно морское в подводных лодках и батискафах, к сожалению, это полбеды. Он умудрился противопоставить нашу страну всему миру. И почему так произошло, психологи хорошо знают. Дело в том, что люди, у которых комплекс неполноценности проявляется таким образом, просто не могут, как говорят в просторечии, не выделываться на каждом шагу. О постоянном хамстве Путина тоже уже сказано много, и я поэтому просто не буду повторяться. Тем более, что это его постоянное хамство, если исходить из того, что он страдает комплексом неполноценности, не столько его вина, сколько его беда. Но проблема-то в том, что в результате этого его хамства страдает не он один, а страдаем мы все. И ладно еще, если он хамит нам с вами. Гораздо хуже, когда он начинает хамить мировым лидерам. Путину невероятно повезло принять руководство страной в период рекордно высоких цен на нефть. Это позволило ему несколько поднять зарплаты и пенсии, что и дало ему эту его пресловутую гиперпопулярность. Но ведь он даже это умудрился обвернуть нам всем во вред, практически завалив в результате этого все несырьевые отрасли экономики. По некоторым оценкам, за годы правления Путина предприятие в нашей стране закрылось, а точнее было уничтожено, даже больше, чем в годы Великой Отечественной войны. У всех на глазах несырьевая экономика нашей страны погибала, а из страны бежали огромные деньги. А он, получается, этого в упор не видел, похоже, пребывая в блаженной уверенности, что рекордные цены на нефть будут вечными. И что мы имеем на выходе? Назовем вещи своими именами. Мы имеем страну, находящуюся на грани голода. И при этом это страна, которая в силу своих природных ресурсов обладает самым высоким экономическим потенциалом в мире. И теперь за это придется платить. И платить не Путину, а платить всем нам. Равно так же, как ясно, что от пресловутой гиперпопулярности Путина уже остались рожки да ножки. И протестное настроение в нашей стране будут расти и расти. Наша страна семимильными шагами идет к белорусскому сценарию. И уже ясно, что если Путин в самое ближайшее время не уйдет по-хорошему, ему придется уйти по-плохому. Именно поэтому мнение Валерия Соловья, мне кажется, обоснованным. И если Путин так поступит, то это будет первый его поступок за много лет, действительно заслуживающий уважения. Если понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках.